Представители татарстанского отделения партии ЛДПР в отпуск летом не собираются. Об этом шла речь на встрече партийцев с депутатами Госдумы от этой фракции. Она прошла в Казанской ратуше. Все силы либерал-демократы намерены направить на агитацию. В целом встреча была посвящена рассмотрению текущих вопросов и планов на будущее. Будем приезжать в районы, в деревни, в села, в райцентры и уже более доходчиво людям объяснять именно нашу приоритетную политику.